нас сегодня капризули. Мама обидела Егора. Мама нашла ему костюмчик льняной, прошлогодний, летний. И когда поняла, что у него еще вчерашняя футболка с бриджами вполне чистые, и положила ему в шкафчик их, ну, в комодик. Все. У нас капризы. Мама ему новую шмотку не выдала. Егор, ну посмотри, как тебе красиво в этой оранжевой футболочке. Как тебе хорошо. Ты как настоящий футболист в ней. Она очень спортивная. Успеешь? А? Успеешь? Значит, пускай в руках несет. Егор, если тебе жарко. Так, кстати, давай вот эту кофту мы с тобой снимем. Кофту давай другую я тебе сейчас посмотрю, потому что это короткая. С этой футболкой плохо. Егор, снимай, сейчас другую найдем. Ну-ка, посмотри на меня. Успокоился ты у меня, нет? В общем, сидел сейчас на взрыв. А у него сегодня выпускной. А маме сегодня еще надо ему... Ой... Нагладить как следует и принести потом к этому выпускному. И рубашку, и брюки. Мы вчера записывали, мерили. Как мерили, да мы, конечно, не записывали. Уже конечный результат. Потому что я уж не стала это снимать. Все, что не одену ему, все велико. Совсем у меня не вырос. Ну что, успокоился? Все, давай другую кофту искать.